Фирма Бендер. Ликвидация отходов. Привет, дружище, как дела? Мой мусорный бизнес процветает. Получил заказ на уборку трупа из фильма «Свободу вели 3». Бендер, прекрати. Мутанты из канализации задохнутся. И вообще, зачем ты занялся этой ужасной работой? Эти мутанты все равно ничего не смогут сделать. Ты забыл одну вещь, они глубоко внизу, а я-то наверху. Меня не достать. Эмми, разве это не чудо? Я беременен. Да, отлично. Просто прекрасно. Неужто я заслужил это? Это не какое-то там каждодневное чудо, как восход солнца? Разве ты не мужчина? Да как же так? Только мне показалось, что я начал понимать вас. И вот, пожалуйста, пустите меня к нему. Иди сюда, Кив. Ты, смотри, это наше главное источное озеро. Из-за радиоактивных отходов, которые ты туда сбросил, в него можно смотреться, как в зеркало. Какой ужас. Только этого еще не хватало. И не говори. Думаю, мы все не до конца понимаем, как ты мог забеременеть. Так что, Кив, расскажи подробнее и не скупись на грубые слова. Все очень просто. Когда существо нашего вида переживает глубокие чувства, у нас включается так называемый режим приема. Отвратительно. Продолжай. Сейчас вы ответите за все. Это нечестно. Я не виновен. Как только вы коснетесь этих вод, ваша ДНК навсегда изменится, так что вы превратитесь в таких же мутантов. Будете страшнее, чем он. В этот момент наша кожа становится полупрозрачной мембраной, пропускающей генетический материал. Я держал Эмми за руку, и вот, пожалуйста. Ладно, но лучше все было бы по-старому. Эмми, ты станешь матерью. Сейчас я вам продемонстрирую. Я почти такого же видел на кухне китайского ресторана. Ребенок на борту. Что за чудесное подтверждение нашей любви? И все от одного прикосновения. Парень, погоди, помнишь, Зэп пробил дыру в корабле? Помню. Кив тогда за всех хватался. Матери может быть любой из нас. Да. Что скажешь, Кив? Опускайте их. Подождите, у меня ведь нет ДНК, со мной ничего не случится. Тебя мы потом просто поколотим. Думаю, я мог забеременеть таким образом. Или даже от туалетного сиденья, хотя это невозможно, у меня личный туалет. Мой милый дом. Кстати, Кив, у тебя очень слабый слив. Очень слабый. Мутируйте! Мутируйте! Туранга Лива! Кто это сказал? Кто знает мое имя? Что они делают? Остановите их! Что случилось? Не знаю. По-моему, я вас спасла. Туранга Лива. Ничего себе! Что это за писанина? Кажется, это моя биография. Статья про то, как мы спасли Землю от мусорного астероида. Земля спасена от войны. А это во время путешествия по Индии. И мы в прошлом году на космическом корабле. Кив, возможно, мать я. Хотя, может, и нет. На всякий случай мы должны сделать тест. Проверить все. Тест! Я требую тест. И смотрите. Это вещи, которые я когда-то спускала в унитаз. Страницы из моего дневника. Мое сочинение. А еще письмо, в котором я выражал свои чувства к тебе. Кошмар.
Попались! Получай! В этот раз я требую смертной казни. И не потому, что хочу остаться вашим президентом на следующий срок. Пусть остается еще на 4 года.